В общем, вот так у нас выглядит день в 12 часов. На улице довольно темно. Кстати, сегодня воскресенье, поэтому людей очень мало. Машин тоже. Ну, как бы позади меня, конечно, люди стоят, но я не буду их снимать. В общем, друзья, хочу показать, как выглядит час дня. В общем, как вы помните, мы с Оливией выбрались в магазин, да, было около 12, сейчас возвращаемся домой, наверное, спустя какие-то несчастные полчаса, и на улице уже ночь. Благо, что мой телефон в состоянии, да, хоть что-то снять, но картина весьма неутешительная. Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и сегодня у нас будет новый влог. На самом деле, сегодня понедельник, и я начинаю для вас записывать свой новый вязальный влог. Начну его, наверное, с того небольшого кусочка, что подведу итоги своих выходных. На выходных я вязала не очень много, не очень интенсивно. Продолжаю работать над джемпером детским, да, с круглой кокеткой и вот таким вот очень красивым, таким новогодним узором снежинки. Как вы помните, этот свитер я назвала свитер Эльзы, и он мне действительно очень нравится. Мне кажется, очень правильным было решение сочетать голубой и серый цвет. Этот джемпер я вяжу больше на размер 104, чем на размер 98, для того, чтобы моя дочь могла его носить следующей зимой. И именно поэтому я рукава сделала максимально длинными. На рукава у меня ушел ровно один моток. Я специально разделила его по 25 грамм и извязала полностью 25 грамм на каждый рукав. Вот, собственно говоря, я знаю, что детские рукава я могла бы связать за один вечер, но мне как-то особо не хотелось на выходных себя мучать, поэтому я вязала расслабленно, да, никуда не спеша, вот, вязала только вечером, поэтому вот за два выходных дня, за субботу и за воскресенье у меня связались только рукава. Сегодня понедельник, и я приступила к вязанию тела джемпера. Как вы помните, да, у меня где-то вот на этом уровне закончился второй моток пряжи, да, и третий ушел на рукава, и четвертый моток серого цвета я уже присоединила и продолжила вязать тело джемпера. На самом деле вяжу, и, конечно же, меня, как всегда, терзают смутные сомнения, хватит ли мне четырех мотков. Я очень на это надеюсь, честно говоря, и уже даже согласилась в мыслях на то, что если мне не хватит буквально несколько рядов провязать серым цветом, я просто использую для низа резинки голубой цвет для того, чтобы создать такую как бы кайму. Вот. Но если мне будет не хватать существенного количества сантиметров, то придется идти и докупать еще один моток. И, честно говоря, я не буду уже знать, что делать с этими остатками, поскольку у меня на самом деле остаток лет лопи довольно-таки много. И... Хотя, конечно, у меня есть идея, как можно их пристроить. Можно связать какой-то полосатый свитер, да, и туда все эти остатки пристроить. Вот. Так что да, друзья, пойду я вязать джемпер, очень надеюсь, что сегодня мне удастся его довязать, и уже в следующем включении покажу вам его в законченном состоянии, возможно, даже после ВТО, поскольку вы понимаете, да, что когда джемпер находится в процессе вязания, он обычно хранится в какой-то проектной сумке, в коробке, и его внешний вид оставляет желать лучшего. Так что да, пойду я вязать, и до следующего включения.
В общем, друзья, я даже не ожидала, что свитер у меня так быстро довяжется, и сегодня все еще понедельник, но я готова показать вам уже готовую работу, небольшая такая тавтология, но тем не менее. Вот, значит, джемпер я уже постирала, единственное, он еще немного влажный, поскольку сейчас вечер, и он еще не успел высохнуть, я его днем постирала, да, отжала в стиральной машине, и он был в таком немного влажном состоянии, и пролежал буквально, не знаю, часов 5, он, в принципе, практически высох. Ну, еще немного ощущается некоторая влажность, но я думаю, она скоро пройдет, и завтра утром джемпер уже будет абсолютно сухим. Как я и ожидала, пряжи мне на низ не хватило, и низ джемпера мне пришлось довязывать голубой пряжей. Вот так вот это выглядит, конечно. Мне это не очень нравится, но, честно говоря, ради 5 рядов я не готова идти и докупать новый моток. Конечно, меня иногда посещает идея, чтобы распустить низ и распустить немного рукава, уменьшить рукаву буквально на несколько рядов и закончить его также голубым цветом, также поступить с этим рукавом, и ту пряжу, которую я смогу, скажем так, взять с рукавов, я пущу еще на буквально пару рядов резинки, и тогда мне удастся уменьшить высоту этой голубой полосы и сделать такую вот как бы обработку голубым цветом. Ну, не знаю, мне как-то не хочется это делать. Я не уверена, что это как-то существенно спасет ситуацию. Вот. Буду очень благодарна, если вы в комментариях выскажете свое мнение на этот счет. Стоит ли мне сделать рукава с голубой окантовкой и серую пряжу немного пустить здесь или оставить в таком вот виде, да, значит, не знаю, джемпер получился очень хорошим, очень мягким, в принципе, пряжа Летлопи очень сильно преобразилась после ВТО, она стала намного мягче, намного пушистей, выглядит очень красиво, единственное, что немного еще косит резинка, да, один на один, но я думаю, я возьму немного паром, пройдусь по манжетам и по низу изделия, и это позволит резинки немного распрямиться дополнительно. Вот, джемпер я уже примеряла на Ливию, он на ней сидит неплохо, немного великовато, это заметно, но как бы джемпер связан на вырост, на следующий год, поэтому если у меня получится, я постараюсь сделать фотографии, может быть, получится заснять небольшой кусочек видео где-нибудь на улице, и я тогда покажу вам, как этот свитер сидит, собственно говоря, на модели. Вот, но еще раз предупреждаю, что данный джемпер немного великоват. Так что да, расход у меня 4 мотка серого цвета и один моток неполный голубого еще осталось. Вот, поэтому да, вес джемпера я постараюсь подписать на экране, поскольку на данный момент я его еще не взвешивала, он еще немного влажный, но вот после того, как он высохнет, я взвешу и во время того, как буду монтировать влог, подпишу информацию на экране. Вот такие вот дела. Значит, друзья, с джемпером мы с вами разобрались, и теперь давайте я расскажу вам о своих планах вязальных на эту неделю. Итак, друзья, давайте теперь немного поговорим о моих вязальных планах на эту неделю. И сразу хочу сказать, что амбициозных планов связать какие-то огромные вещи у меня нет. У меня в планах начать вязание нескольких изделий, о которых я сейчас вам хочу рассказать. Значит, в одном из своих предыдущих видео, возможно, даже не в одном, я рассказывала вам о том, что у меня есть двойной твид. Вот, сейчас я вам покажу. На самом деле у меня огромная бобина, я здесь ее подготовила. Вот так вот она выглядит. Здесь 1 килограмм двойного твида. И я очень хочу связать себе кардиган. Вот, у меня твид в очень красивом сером оттенке. Номер цвета я не помню, но я подпишу его на экране для того, чтобы, если вам будет интересно, вы могли понять, какой это цвет. Это очень красивый такой серый твид с вкраплениями черного, голубого и горчичного цвета. Вот, значит, я уже говорила об этой задумке, да, связать себе кардиган. Это кардиган довольно длинный должен быть, ниже колена, возможно, где-то до середины икры. Затем я буду выполнять обработку данного кардигана резинкой 2х2,
низ, манжеты и также планка. Здесь будет пришивная резинка 2 на 2 обработанная. Единственный момент, сам весь кардиган будет без каких-либо украшательств, он будет просто связан лицевой гладью. Я постараюсь вставить фотографию, чтобы вы имели представление о том, что примерно я хочу связать. Конечно, это будет не прям абсолютная копия, но нечто похожее. Поскольку воротник на той модели кардигана, который я вам сейчас ставлю на экран, он немного отличается, это обычный такой воротничок, но я хочу сделать именно шалевый воротник, который будет так красиво откладываться, да, по-моему, так это слово называется. Вот, значит, у меня в планах начать вязать, как я уже сказала, то есть никаких более амбициозных планов нет, и я изначально планировала вязать на спицах номер 5, но вы мне дали очень много советов, за что вам огромное спасибо, и я решила воспользоваться одним из них и связать еще один такой вот небольшой маленький позорный образец на спицах номер 6, для того, чтобы посмотреть, не будет ли полотно каким-то дырявым. И я понимаю, что на спицах номер 6 мне полотно нравится гораздо больше. Оно получается таким вот мягким, драпирующимся, и вы мне написали, что в результате, например, какой-то стирки или лёжки твид может немного как бы сваливаться, становиться более таким плотным, что ли. И вот именно если связать на спицах потолще, то будет результат лучше. Прислушаюсь к вашему совету, буду вязать на шестерке. На самом деле на выходных я уже сделала все расчеты на кардиган, ориентируясь на плотность на спицах 5 мм, но я их сегодня уже скорректировала на спицах 6 мм. Плотность у меня немного отличается, ну это как бы естественно. На спицах номер 5 у меня плотность была 15 петель на 22 ряда, а на спицах номер 6 у меня 14 петель на 20 рядов. Вот, поэтому я уже скорректировала все расчеты и, наверное, завтра приступлю к вязанию кардигана. Кардиган это будет, как я уже говорила, регланом сверху, самый обычный, самый простой, естественно, с ростком и своеобразной горловиной. В принципе, благодаря тому, что это реглан сверху, мне удастся в процессе вязания этот кардиган примерять, и если вдруг что-то пойдет не так, то я смогу легко все это скорректировать за счет прибавок, да, доли регланных линий и за счет длины регланной линии все это подкорректировать. Я не хочу кардиган слишком по фигуре, но и не хочу его слишком объемным, то есть я не хочу, чтобы он был похож на банный халат, вот, но хочу, чтобы он был свободненьким, таким немного casual, скажем так, не по фигуре кофточкой. Вот, поэтому буду вязать, скорее всего, на размер 46-48, вот если, да, российские размеры говорить, то есть, чтобы он был такой, скажем так, ML, вот где-то так, то есть, я ношу размер S, M, вот, но мне хочется, чтобы он был такой свободненький, поэтому я буду вязать вот на размер 46-48. Возможно, немножечко больше. Ну, в общем, это все будет видно в процессе. Я расчеты сделала именно исходя из этих мерок, но, опять же говорю, все это будет в процессе при необходимости корректироваться, поскольку я это все буду примерять, и так на глаз очень сложно сразу сказать все точные параметры, вдруг я померяю, и мне захочется его пошире сделать, или наоборот, поуже, то есть это уже, кажется, будет видно в процессе. Так что да, еще раз огромное спасибо вам за то, что вы даете мне ценные, дельные советы, особенно что касается твида, поскольку я здесь, как говорится, иду вслепую, а вот. Так что да, это мой первый проект, и следующий проект также будет касаться твида, только в этот раз одинарного. Сейчас вам напомню, о чем идет речь. Это вот такой вот одинарный твид, тоже Donegal, 100% меринос, очень красивый изумрудный оттенок, миллиард раз уже вам его показывала, и на этой неделе уже приступаю к вязанию джемпера. Хочу напомнить, что джемпер будет именно со спущенным плечом, и я рискну сегодня начать его. Начну, наверное, вязать по кругу, поскольку вы под прошлым роликом дали мне столько дельных советов, как избежать косины твида, и я попробую воплотить, да, все эти советы в жизнь и попробовать. Начну я, наверное, вязать с рукавов. Рукава буду вязать снизу вверх, то есть начну от резиночки и буду вязать дальше, да, делая прибавки. Вот, посмотрю, если мне удастся на рукавах избежать сильные косины твида, то я буду вязать именно по кругу. Если твид будет все так же сильно у меня косить, то тогда я все-таки рукав распущу, который я планирую сегодня начать, и буду вязать именно поворотными рядами. Вот так. Так что надеюсь сегодня еще сделать небольшое включение, и если мне удастся что-то повязать, покажу вам, что у меня получается. Вот. Так что
проект из одинарного твида также на этой неделе будет запущен. Буду держать вас в курсе. И, кстати, друзья, огромное спасибо за то, что вы делитесь со мной своим опытом и какими-то отдельными советами по поводу вязания из твида. Мне, правда, это очень-очень помогает. Вот. И что касается моего третьего проекта, он оказался очень спонтанным, и во всем виновата та покупка, которую я сегодня совершила. На самом деле я не ходила в магазин пряжи, но тем не менее сейчас вам кое-что покажу. Вот, значит, раз, два, три, четыре. У меня есть вот таких вот четыре моточка. Это носочная пряжа. Она продается у нас в продуктовом супермаркете. Боже, я уже даже не могу говорить. В общем, в продуктовом супермаркете он называется Рема Тюсен. Это Рема 1000. И на самом деле это Мурь Ассе. Пряжа, которую я вам уже когда-то показывала. Только из нее я вязала детские штаны. И у нее был другой состав. Это, скажем так, пряжа, которую выпускает фирма Sandnes Garn специально для этой линейки магазинов продуктовых, и там она называется Мурь Ассе, и, собственно говоря, это носочная пряжа. Конечно, у нее не самый типичный носочный метраж, но я проверяла по таблицам для вязания носков, и там такой метраж присутствует. Значит, что это за пряжа? Это 80% шерсти, 20% нейлона, на 50 грамм 90 метров. И для ее вязания рекомендуют использовать спицы 3,5. Плотность вязания при этом заявлена 20 петель на 10 сантиметров. Вот. Я проверяла с таблицами, которые у меня есть по вязанию носков. И там есть такая плотность вязания. И, собственно говоря, по разным размерам ноги написано, сколько петель нужно набирать. Я обычно не набираю прям именно такое количество петель, я обычно набираю где-то на 4 петли больше. Всегда для того, чтобы носок не был слишком в обтяжку. И да, в общем, я постараюсь попасть в плотность. Сначала свяжу образец, посмотрю на плотность своего вязания. Если плотность будет более или менее приближена к реальности, то буду вязать. Я не думаю, что я свяжу рыхлее, поскольку ниточка довольно тоненькая. Вот. Значит, что же, собственно говоря, я буду вязать? Я уже немного об этом сказала. Это будут носки. Носки для меня и для мужа. На самом деле, я уже довольно-таки давно обещала мужу связать носки. И каждый раз, когда я начинаю какой-либо свой процесс, муж у меня спрашивает: «Это ты вяжешь носки для меня?» Вот, мне в этот момент хочется провалиться под землю. И я говорю: вот. Поэтому, в общем, я сегодня купила пряжу и буду вязать носки. В общем, вот такие черненькие – это будут носки для мужа, а вот такие вот серенькие – будут носки для меня. Естественно, первые носки я буду вязать мужу. Вот, и каждый раз, когда он будет спрашивать, что ты вяжешь, я буду говорить: носки для тебя. Вот, так что да. На самом деле, там был очень красивый такой серый оттенок, очень похож на цвет моего твида, вот этого серенького, только без твидовых вкраплений, а именно такой красивый серый. И я очень хотела взять его, но потом я вспомнила, что мой муж не очень любит серые оттенки, и тем более, когда это просто серый, ему это кажется очень скучно, поэтому я взяла ему такие вот черно-серые, разноцветные будут у него носочки. А себе я взяла вот такой тоже красивый светло-серый цвет. На самом деле мне он очень нравится. Будут такие бабушкины носки. Вот. А что еще я бы хотела сказать по поводу этой пряжи? Она на ощупь, ну, тактильно, просто ужасно. Она очень жесткая, очень такая твердая. В общем, Летлопи просто нежный котенок по сравнению с вот этой пряжей. Но я думаю, это из-за того, что здесь есть нейлон и также шерсть. Вот. Да, сегодня моя дикция почему-то решила меня покинуть, и я говорю слова как попало. Надеюсь, вам не сильно это режет ухо, но я надеюсь, в следующем включении я буду в более вменяемом состоянии. Значит, в планах у меня носочки. И да, конечно, я очень надеюсь, что за эту неделю я смогу связать хотя бы один и порадовать мужа хотя бы одним носком. Вот. Свои носки я даже не планирую, наверное, на этой неделе начать, но посмотрим, как пойдет. Вот, поскольку я небольшой любитель вязания носков. И да, если вдруг я не сказала, это будут обычные носки, довольно высокий пагалинок свяжу. Вот, не знаю, резинка 1х1 или 2х2 еще будет, еще точно не решила. Но однозначно пятка бумеранг и мысок звездочка, поскольку это моя любимая комбинация для любых носков, для маленьких, для больших. В общем, это однозначно мой фаворит. Так что так, вот такие вот планы у меня на неделю, не амбициозные, но какие есть. К
Кстати, друзья, напишите мне в комментариях, над чем сейчас работаете вы, какие у вас планы вязальные, вот. И вообще, строите ли вы себе вязальные планы на неделю. Вот. Я обычно, конечно, не стараюсь, знаете, там много всего начать и много всего вязать, но на этой неделе мне хочется начать несколько процессов. Скажем так, один процесс у меня будет обязательный, который важный, это носки. Остальные процессы будут так, по интересам. Дело в том, что я бы начала только кардиган, но он будет вязаться на толстых спицах. Как я уже говорила, я на толстых спицах долго вязать не могу, максимум час. Поэтому кардиган, скорее всего, буду вязать довольно долго. А что касается одинарного твида, там спицы тоненькие, 2,5-3,5. Поэтому я думаю, что этот процесс у меня будет наравне с носками вязаться более интенсивно. Так что так, вот такие вот планы. И давайте с вами увидимся в следующем включении. Если у меня получится начать вязание твидового джемпера, то я обязательно вам это покажу. Итак, друзья, прежде чем отправиться спать, я хотела показать вам, что я все-таки начала вязать джемпер из одинарного твида. Конечно, очень много провязала, но решила вам показать, что я все-таки сегодня его начала. В общем, это первый рукав, манжет, и вяжу я его на спицах 2,5 на чулочных, поскольку здесь еще мало петель. Когда я провяжу где-то 6-8, наверное, сантиметров, я тогда перейду на круговые спицы, сделаю прибавки и начну вязать рукав дальше вверх. В общем, вот такие вот у меня дела. К слову, я решила сделать именно итальянский набор. Не знаю, насколько это сейчас будет видно. Возможно, это не очень заметно, но мне кажется, что так выглядит немного аккуратнее, и тем более это не слишком сильно стягивает край полотна, поскольку когда я вязала образец, сейчас вам покажу, вот так вот он выглядит, да? Именно вот эта жесткая кайма по краю, она приводит к тому, что как-то стягивает все это, и твид сильнее начинает косить. Вот, мне хотелось этого избежать, поэтому я решила сделать итальянский набор для того, чтобы он был мягким, эластичным, и если вдруг твид будет косить, и мне нужно будет его блокировать, чтобы вот этот вот кромка, да, не стягивала мне сильно край рукава. Вот, тем более, поскольку резинка здесь чисто декоративная, я не думаю, что это как-то существенно повлияет на результат. Вот, и еще хотела, знаете, что вам показать. Я обычно, когда начинаю какой-то новый процесс, я готовлю корзинку, складываю туда пряжу, спицы все, и посмотрите, какие у меня спицы прям в тему к моему свитеру будущему. Это у меня деревянные спицы от Knit Pro, обычные кругленькие, по-моему, они называются Symphony. И на них есть и оранжевые вкрапления в тему лески, да, и зелененькие в тему твида. В общем, вот такая вот у меня красота. Еще у меня есть где-то золотые маркеры здесь. Сейчас поищу их, покажу вам. И еще, друзья, у меня вот такие вот золотистые маркеры. Я не думаю, что сейчас вам как-то это будет хорошо видно, но на самом деле это все создает такое, знаете, эстетическое удовольствие, поскольку золотистые маркеры, красивые спицы, красивая пряжа, в общем, все способствует тому, чтобы повязать. Так что да, я вот такой вот эстетически зависимый человек, мне важно, чтобы все было красиво, вот, все было в корзинках, каких-то проектных сумочках, и тогда мне, скажем так, интереснее вязать, это меня в своей мере, скажем так, как-то мотивирует. Так что да, процесс я начала, и несмотря на то, что я сегодня уже почти вторник, я могу сказать, что эта вязальная неделя у меня началась с джемпера из одинарного твида. Так что, друзья, если вы ждали, как у меня там будут складываться дела, могу вас обрадовать, что они уже сдвинулись с мертвой точки. Вот, так что да, я пойду отдыхать, и до следующего включения. Завтра будет новый день, новые планы. Обязательно вам поснимаю, покажу, что и как.
Всем привет, друзья! Сегодня у нас уже вторник, и несмотря на то, что моя неделя началась так активно и так продуктивно, на этом все закончилось, и несмотря на то, что сегодня уже вечер вторника, я могу вам показать вот такой вот кусочек рукава, который у меня связался. Я специально, к слову, сняла его со спиц, да, чтобы показать вам, как выглядит лицевая гладь, связанная по кругу. В общем, мне кажется, что рукав практически не косит. Ну, как бы, возможно, косина какая-то есть, но имейте в виду, что это до ВТО. То есть я не вижу какой-то явной косины. Возможно, вы ее увидите. Если да, то напишите мне об этом. Значит, я прислушалась к вашим советам. Значит, как я вязала вот этот небольшой образец. Значит, возможно, он немного стягивает. Дело в том, что я манжет вязала на спицах 2,5, а тело рукава, да, уже приступило вязать на спицах 3,5. Поэтому здесь петли как бы добавляются и... возможно, есть такой эффект небольшого стягивания вот здесь, в этом районе, поэтому это так немного странно выглядит. Ну, плюс еще, это же, естественно, все до ВТО, поэтому петельки могут быть слегка кривоватые. Особенно учитывая тот факт, что вязала я один ряд бабушкиными петлями, а второй ряд классическими. И это, естественно, приводит к некоторой такой рядности, я бы сказала, ну, к тому, что полотно немного криво выглядит. Но, как вы меня убедили, да, после ВТО это должно все исправиться и выглядеть более пристойно. К слову, до ВТО резинка, видите, она как бы делает намек на то, что она форму держит. Но по факту после ВТО она вот так вот расправится, и форму она держать не будет от слова вообще. Поэтому я специально ее вязала на спицах 2,5, чтобы хоть как-то, ну, хоть как-то, знаете, немного это присобрать. Безобразие. Также я на всякий случай сделала имитацию шва, по вашим советам. Значит, как же я его вязала? Я оставляла здесь лицевую петлю, обрамленную 2 изнаночными, для того, чтобы если вдруг рукав перекосит, я смогу его заблокировать, и мне было это удобно сделать. Вот, по крайней мере, знаете, найти его центр. Вот. Не знаю, оставлю я просто лицевую, или сделаю, может быть, и вытянутую лицевую петлю, или просто оставлю дорожку из изнаночных петель. Вот я еще не решила этот момент. То есть это такой, как бы, знаете, пробный пилотный образец. Вот, я просто решила немного повязать по кругу, используя чередование классических и бабушкиных петель, для того, чтобы посмотреть, косит или не косит. И могу вам сказать, мне кажется, что не косит, поскольку, когда я вязала образец просто бабушкиными петлями, он косил сразу, жестко, и это было видно, вот прям вот так, знаете, стояли эти петли, то есть вот так вот смотрели дорожки, понимаете, и даже после ВТО это особо не изменилось. Вот. Ну, то есть здесь, конечно, сейчас это все выровнено более или менее, но до ВТО это было прям явно и очевидно. Поэтому мне кажется, что вот это вот чередование классических и бабушкиных петель немного ситуацию спасло. Вот, не знаю, удастся ли мне повязать этот джемпер на этой неделе. Вот я просто не знаю, поскольку мне нужно, знаете, сесть и просто в спокойствии, в уединении это вязать. К сожалению, такой возможности у меня сейчас нет. Ребенок отказывается спать днем, у нее режутся зубы, знаете, вот эти последние, и... это ужасное испытание для моей нервной системы, и в то время, когда ребенок идет спать, я уже обычно нахожусь, знаете, в таком невменяемом состоянии, когда мне просто тоже хочется пойти спать. Вот, поэтому да, я думаю, что на этом небольшом эксперименте я ограничусь. Возможно, я сейчас вдену сюда ниточку, ну, при помощи иголки, и пойду это все постираю для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть после ВТО, и, наверное, уже тогда приступлю к вязанию самого джемпера. Вот, буду вязать, наверное, по кругу, если он не перекосится все-таки. В общем, я такой паникер, вы себе даже не представляете. Я настолько боюсь связать джемпер, который потом будет кривой, косой, и я не захочу его носить, что я вот это 250 раз перестрахуюсь, с бубном попляшу, но когда уже хочу взяться за проект, хочу вязать его и не задумываться, знаете, вяжу я то, что мне нужно или нет. Вот. Так что да, наверное, пойду я сейчас попробую это дело постирать и увидимся с вами уже завтра во следующем включении. Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня у нас уже среда, и на самом деле у меня такое стабильное чувство, что этот влог будет просто провальный в плане вязания, поскольку на меня сейчас навалилось такое огромное количество домашних дел, что сесть и повязать просто нет времени. Сейчас, например, мы с Оливией идем по магазинам, пока у нас день,
хоть какой-то намек, скажем так, на день. Мне необходимо пройтись по магазинам, как я уже сказала, прикупить кое-какую пряжу, пряжу для розыгрыша, который будет на моем канале, также пряжу на подарки, отправить подарки, в общем, да, также я планирую купить кое-что для себя, поскольку я сегодня начала уже вязать кардиган утром и понимаю, что мне жизненно необходимы спицы номер 6 для того, чтобы, собственно говоря, вязать рукава того самого кардигана, поскольку их я буду вязать по кругу, вот. Метод Magic Loop я не очень жалую, как вы знаете. Точнее как, я умею им вязать, но я не люблю это делать. Так, что же еще я хотела вам сказать? Не уверена, что у меня получится поснимать сегодня как-то активно, но я обещаю вечером, когда я вернусь и сделаю все свои дела, я обязательно подключусь и покажу вам, что же мне удалось купить. Успела ли я что-то повязать сегодня или нет, но мне почему-то кажется, что до вязания сегодня дело не дойдет. Так что да, друзья, вот такие вот у меня на сегодня планы, буду держать вас в курсе. Увидимся с вами немного позже, да, до следующего включения. Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня по-прежнему среда, правда, уже глубокий вечер, и я хотела бы показать вам свои покупки, которые я сегодня совершила. К сожалению, все покупки я показать вам не смогу, поскольку часть из них уже отправилась в качестве подарка к одной замечательной девушке, с которой я познакомилась, кстати, в рамках проекта «Свяжем вместе волшебство», за что я безумно благодарна этому проекту, поскольку он подарил мне не только, да, возможность познакомиться с какими-то другими девчонками, но и найти себе хорошего друга. Вот. Значит, что же я сегодня купила? Давайте, наверное, начнем с того, что я купила для себя, и затем перейдем ко второй части моих покупок, и я расскажу о ней более детально. Значит, для себя я купила спицы. Дело в том, что сегодня я начала вязать кардиган из двойного твида, и этот процесс, наверное, я покажу вам уже в пятницу, когда хоть немножечко провяжу. И я поняла, что вязать я его буду на шестерке, но у меня спицы шестерка были только на леске неразъемной, и также обычные классические, которые разъемные, но на классической длины и на длинной леске тоже. Вот, к сожалению, такими спицами мне очень неудобно вязать рукава, поскольку рукава в кардигане я буду вязать по кругу, и, скажем так, я знаю о существовании метода Magic Loop, но я небольшой его фанат, поэтому если у меня есть возможность вязать на чулочных либо на укороченных спицах по кругу, да, просто, например, с леской в 40 сантиметров, я с радостью это делаю. Если же у меня абсолютно безвыходная ситуация и нужно вязать только вот на спицах с длинной леской, то, конечно же, я это делаю, но вяжу я тогда крайне медленно, и мне не очень это нравится. Значит, что же я в итоге купила? Мне, к слову скажу, безумно повезло, поскольку в магазине, в который я ходила за пряжей Летлопи, были некоторые спицы на распродаже, их, конечно, уже было очень мало, но, тем не менее, там были именно шестерки, было также десятка и было очень много двоечек. Вот, поэтому мне удалось купить спицы номер 6, да, видимо, все-таки мои мысли были услышаны, и эти спицы никто не купил. Вот, значит, я купила вот такие вот кубические спицы номер 6, это Knit Pro, Nova Cubix, это довольно длинные спицы, по-моему, здесь 15 или 20 сантиметров. К сожалению, я вам точно сказать не могу, поскольку линейки здесь нет. Вот, и под рукой у меня, к сожалению, нет ничего, чем я могла бы сейчас это замерить. Но я думаю, они довольно длинные. Все спицы, которые вы видите, мне обошлись в 10 норвежских крон. То есть каждая спица, набор каждых спиц стоил 10 крон. Это, если переводить на евро, 1 евро примерно. Вот, то есть цены были очень-очень привлекательны. Естественно, грех было не купить. Изначально вот эти вот кубические чулочные стоили 12 евро. Вот, также я взяла тоже Knit Pro, только не Nova Cubix, а просто Cubix, да, а деревянные вот такие вот кубические укороченные спицы, тоже шестерка. Они стоили тоже практически 9,5 евро, как я уже говорила, я купила их за 1 евро. Вот, а спицы эти коротенькие, они с острым кончиком, кубические тоже, такие маленькие, выглядят просто совсем миниатюрными. Я думаю, что если мне будет удобно, я присоединю сюда леску 40 сантиметров и буду вязать рукав по кругу. Я, кстати, очень люблю именно такие вот коротенькие спицы. Мне на них вязать почему-то намного удобнее, чем на спицах классической длины. Это была обдуманная покупка, да, за которой я как бы целенаправленно шла, и я надеялась, что мне удастся купить эти спицы. И я этому факту безумно рада, поскольку меня это спасло от вязания методом Magic Loop.
И еще одни спицы я купила довольно-таки спонтанно, точнее, я просто долго думала, нужны они мне или нет, и они были на не совсем удобной леске, всего в 60 сантиметров, но я все-таки их взяла, поскольку подумала, что, возможно, мне захочется связать плед. На самом деле, друзья, мне абсолютно не свойственно, да, вязание каких-то пледов, я вообще небольшой фанат подобных вещей, но недавно я подписалась на один канал, там видео снимает девушка, ее зовут Катя, канал называется, к слову, Хьюги в петлях, и он настолько классный, настолько крутой, что я просто не могу вам его не посоветовать, он... Не знаю, он мне настолько понравился, что я сразу же написала Кате, когда посмотрела ее первое видео, написала, что у нее просто отличный канал, и я подписалась, наверное, после просмотра, наверное, 10 минут ее первого видео. Я попала на ее первый влог, и он меня так покорил с первых кадров, что я сразу же подписалась, чтобы случайно не потерять этот канал. Вот, просто в восторге. Поэтому я ссылочку, если... не забуду, оставлю внизу под видео, но напомню, что он называется «Хьюги в петлях», и если вы туда заглянете, я вам гарантирую, вы не сможете оттуда уйти, чтобы не подписаться. Вот, так в чем же, собственно говоря, суть? Катя вязала плед, и она вязала такой яркий, красивый зеленый плед с косами. На самом деле она его уже закончила, но меня настолько вдохновил ее этот процесс, то, как она вязала и как она об этом рассказывала. В общем, я решила, что, возможно, я тоже захочу связать плед, какой-нибудь яркий, такой интересный, возможно, небольшой, и решила купить для этого такие вот толстенькие спицы. На самом деле я на тоненьких спицах плед вязать больше не хочу. Я вязала два пледа для Оливии, когда еще была в положении, да, я вязала какие-то детские вещички, среди них были пледы, и на самом деле первый плед я вязала на спицах, наверное, 2,5, а второй, наверное, где-то на 3,5. Спицы были довольно тоненькие, вязание шло крайне медленно, пледы большие, поэтому я решила, что больше таких героических поступков не будет, и если я буду вязать плед, то буду вязать его минимум на десяточке, поэтому я купила такие вот спицы и надеюсь, что процесс не заставит себя ждать. Осталось дело за малым, осталось купить пряжу, подходящую для этого проекта. Вот, собственно говоря, вот такие вот у меня покупки случились, это все для меня. И теперь давайте, друзья, я покажу вам то, что я купила для розыгрыша, который я планирую провести на канале. Значит, давайте я, наверное, я уберу спицы из кадра и покажу вам пряжу. Не знаю, видно вам? Да. По-моему, пряжа в кадре. Вот. Значит, друзья, я прикупила 5 моточков пряжи Летлопи и планирую их разыграть на канале. Если вдруг вы не знакомы с этой пряжей, то хочу сказать, что это 100% исландская шерсть. Если говорить о метраже, то на 50 грамм, да, в моточках, к слову, по 50 грамм, и на 50 грамм здесь приходится 100 метров пряжи. Вот, я приобрела 4 моточка белого цвета и 1 моточек красивого синего. Из белого цвета я вязала Мариус, поэтому это классический белый цвет, и в палитре Летлопи он один. Он не кипельно-белый, а такой больше натуральный белый, скажем так, приятный белый цвет. Номер у него 0051. И я взяла красивый синий цвет, это номер 1403. Именно из этого цвета я вязала себе Arboreal. То есть это потрясающий вот такой красивый синий цвет, очень многогранный. Камера его, естественно, не передает, тем более в такое темное время суток. Поэтому, наверное, я вставлю просто фотографию Arboreal при дневном освещении, чтобы вы посмотрели, как этот цвет выглядит в реальности, скажем так. На что вам хватит этой пряжи, не знаю, возможно, на какое-то детское изделие. Скажем так, 5 моточков мне бы хватило на джемпер размера 98-104. Да, можно пустить какой-то жаккард синим цветом, либо можно связать шапку, используя 3 моточка основного цвета, да, какую-нибудь удлиненную такую. Вот, можно связать варежки, я думаю, на варежки хватит по одному моточку, если вязать где-то на спицах 4,5-4, но опять же, все зависит от вашей плотности, поэтому я думаю, что если вам повезет и вы выиграете эту пряжу, да, то вы найдете ей применение. Вот, условия конкурса я, наверное, объявлю в конце видео, когда мы с вами увидимся лицом к лицу. Вот, так что да, наверное, это все, хотя нет, это еще не все, сейчас я вам покажу еще кое-что.
На самом деле, сегодня, когда я уже возвращалась домой, я заглянула в почтовый ящик, и там меня ждал очередной рекламный проспект от Hobbyklubben. Это, скажем так, такой норвежский кружок по интересам, по вязанию. Он мне присылает постоянно какие-то журналы и информацию о том, какие книги у них в этом месяце доступны, скажем так, для покупки по хорошей цене. И в этом месяце они предлагают приобрести книгу, которая называется «Ножкстрик». Это норвежское вязание, да, лучшее в норвежском вязании. Эта книга посвящена, вот так вот она выглядит, она посвящена традиционным норвежским узорам и различным изделиям. Цена этой книги 306 норвежских крон для меня, и это значит, она стоит где-то 30 евро. И знаете, когда я показала мужу, говорю, смотри, какая книга, есть тут норвежский узор. Он говорит, классно, говорит, купи ее. Вот, я даже не успела сказать, что я хотела бы ее купить и все такое. В общем, да. Также в этом магазине есть различные китайские штуки по каким-то неприличным норвежским ценам. Наверное, в своем первом влоге я рассказывала, что этот магазин в качестве такого приветственного подарка для меня отправил мне книги и набор спиц, вот таких вот, знаете, китайских, на которых я просто не могла вязать, и я их выбросила. Вот. Также, видите, здесь есть вот такие вот наборчики, цена 15 евро, и мне кажется, за 15 евро китайцы завалят вас огромным мешком таких вот маркеров, булавок и прочих разных штучек. Например, вот счетчик рядов стоит сколько? 79 крон, это примерно 8 евро. 8 евро они хотят за счетчик рядов. Ну, то есть вы понимаете, да, цены здесь вообще ни разу не гуманные, хотя товары китайские. Вот, также есть вот различные книги тут предлагаются. Но вот я хотела вам показать, что в планах у меня заказать вот эту книгу, и, возможно, в будущем будем с вами вязать какие-то новые норвежские жаккарды. Кстати, еще вы меня часто спрашиваете, буду ли я вязать Мариус для мужа. Да, буду, и, скорее всего, это будет вот такой вот джемпер, как сейчас на мужчине одет, то есть это будет шивной джемпер, поскольку не то чтобы у меня были какие-то трудности с посадкой круглой кокетки на мужа, у меня трудности с тем, чтобы постоянно на него ее примерять. Вот, у меня муж все время находится на работе, и когда он приходит домой, да, мне нужно, например, там что-то на него померить, нужно дождаться момента, померить. В общем, это бесконечный процесс, который очень медленно идет. Поэтому я решила, что, наверное, я буду вязать мужу вот такой вот свитер. Вязать буду его по кругу, да, возможно, здесь тоже вывяжу какой-нибудь жаккард для того, чтобы было поинтересней. И этот джемпер вяжется очень просто. Давайте, наверное, чтобы не тыкать пальцем, я возьму ручку. Этот джемпер, видите, он идет просто прямоугольник, даже вырез горловины здесь особо никак не сделан, нету скоса плеча, я же хочу сделать небольшой скос плеча и также сделаю небольшой вырез для горловины, для того, чтобы это было более-менее удобно. Но принцип джемпера будет вот такой, то есть это именно классический норвежский свитер Мариус, вот будет. Так что да, в планах у меня есть вязание такого джемпера для мужа. Единственное, что пряжи на этот проект у меня еще нет. Мне нужно будет купить летлопи, потому что я хочу тоже связать ему теплый свитер. И делать это буду я, скорее всего, уже после Нового года. Так что да, я думаю, что, друзья, на сегодня это было все. И, наверное, увидимся с вами завтра. Покажу вам, что у меня связалось, что я вяжу. И да, до следующего включения. Всем привет, друзья! Сегодня у нас уже четверг, и я начала вязать носок для мужа. Да, вы не удивляйтесь, что это такой чехол на танк, но дело в том, что у меня у мужа действительно очень большая нога, и я примеряла носок, и он ему нормальный, то есть он небольшой, даже особо не свободный, то есть он нормально сидит на ноге, хотя он просто огромный. Вот, я вяжу его на 56 петлях, вот. Вяжу я его из вот такой вот пряжи, это пряжа от фирмы Sandnes Garn, я вам показывала ее в понедельник, да, наверное, когда рассказывала о своих планах на эту неделю. Пряжа довольно жесткая, но носок вяжется довольно быстро. Вот все, что вы видите, я связала за, наверное, часа 2,5-3, вот, наверное, дольше всего я набирала петли, поскольку я делала, знаете, такой узелковый набор эластичный. Поскольку у мужа нога очень широкая, и нужно, чтобы она спокойно пролазила. Вот. Ну, естественно, тут везде торчат кончики. Я провязала 10 сантиметров резинки 2 на 2. Наверное, пряжа такая рябая, что тут ничего не понятно. Затем я провязала 5 сантиметров лицевой глади, вывязала пятку бумеранг.
и начала вязать стопу. Значит, вяжу я на трех спицах, ну, четвертая у меня рабочая. Дело в том, что я бы вязала на четырех, но у меня нет моей пятой спицы. Ребенок, видимо, постарался, куда-то ее задевал. Наверное, нужно провести какую-то генеральную ревизию в доме, отодвинуть всю мебель и посмотреть, где же мои спицы. На самом деле у меня такая потеря коснулась не только спиц номер 3,5, но и спиц 2,5, так что у меня некоторые наборы моих спиц уже существенно поредели. Конечно, когда я вяжу носки для себя, они получаются намного-намного меньше, и на трех спицах мне вязать, в принципе, удобно, но вот носки для мужа я бы не отказалась вязать на четырех спицах, поскольку они реально очень большие. Вот, так что да, вот такой вот носочек у меня получается. Я даже не ожидала от себя, что я буду таким героем и свяжу пол носка за один вечер. Не знаю, получится ли у меня повязать завтра, поскольку завтра у меня опять ужасно насыщенный день, и я не уверена, что ребенок пойдет спать опять, поэтому да, могу вязать только немного вечером и показывать вам какие-то вот такие вот небольшие зарисовки о том, что у меня, собственно говоря, связалось. Так что да, самое главное, я носок начала, и муж уже рад, он подходит и спрашивает, что ты вяжешь, носки для меня? Я говорю, да. Он говорит, ну-ну, давай, вяжи. Вот. Так что да, процесс запущен, надеюсь, что мне хватит пряжи для того, чтобы закончить носок, поскольку, ну, как я уже говорила, нога у мужа большая, и перевязывать я точно не буду, в крайнем случае я просто пойду докуплю еще один моток пряжи, благо магазин рядом, пряжи там много, и один моток тогда, если что, докуплю, и, наверное, тогда на пару носков у меня уйдет примерно 3 мотка. Вот, так что да, буду вязать, и до следующего включения. В общем, друзья, здесь бы мне хотелось показать вам небольшой подарок, который ко мне приехал от Олеси из Германии. Леся, огромное тебе еще раз спасибо. На самом деле, я завтра, наверное, покажу вам содержимое этой посылки поближе, поскольку сегодня меня переполняют радостные эмоции. И я боюсь, что я буду как-то слишком эмоционально вам это все рассказывать и показывать. Поэтому сейчас такое небольшое, скажем так, видео, где я покажу вам просто, что мне приехало. А завтра я более детально на всем этом остановлюсь и покажу все это богатство, которое Леся мне положила. Всем привет, друзья! Сегодня у нас уже пятница, и у меня случилось чудо, ребенок уснул, и я могу записать этот небольшой кусочек видео лицом к лицу, хотя на самом деле я была практически уверена на 100%, что мне придется записывать заключительную часть влога сегодня вечером в формате «Руки в кадре», когда ребенок отправится уже на свой ночной сон. Вот, значит, что же я хотела бы вам сказать? На самом деле, эта неделя у меня была безумно тяжелой, мне практически не удавалось повязать, но, тем не менее, я начала те процессы, которые я планировала начать, наверное, за исключением твидового джемпера, да, из одинарного твида, поскольку он до сих пор находится на том этапе, который я показывала вам во вторник, то есть там отвязан только рукав. Вот.
Значит, с чего, наверное, я начну? Начну я, наверное, не со своих процессов неудачных, а начну я, наверное, с конкурса. Как вы помните, недавно на моем канале был юбилей, у вас было 10 тысяч подписчиков, и я этому безумно рада, на самом деле мне до сих пор в это не верится. Вот, и я решила, что было бы неплохо провести какой-нибудь новогодний конкурс и порадовать кого-нибудь из вас в преддверии праздников, да, зимних. Поэтому я приобрела 5 моточков пряжи Летлопи. Это пряжа в таком вот красивом белом цвете и в синем. То есть вот 5 моточков пряжи, 4 белых и 1 синий. Это пряжа исландского производителя фирмы Лопи. Пряжа называется Летлопи, 100% исландская шерсть. Моточки по 50 грамм, на 50 грамм 100 метров. Для вязания рекомендуют спицы номер 4, номер 5. Я из этой пряжи вязала свои лопопейсы, я обожаю эту пряжу. И мне очень хочется, чтобы кто-нибудь из вас, кто не имеет возможности, да, ее попробовать, обязательно это сделал. Возможно, вам она понравится так же, как она нравится мне. Поэтому я хочу эту пряжу кому-нибудь из вас подарить. Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вы должны быть моим подписчиком, вы должны поставить лайк этому видео и написать комментарий о том, что вы хотите получить эту пряжу. И также обязательно укажите способ, которым я смогу с вами связаться. То есть оставьте мне ссылочку на какую-то свою соцсеть, либо укажите свою электронную почту, либо если вы не хотите, да, указывать никакие способы связи с вами, то я напишу вам ответом в комментарии, и если вы, ну, как бы пропустите этот комментарий, то я через неделю выберу другого победителя. Вот. Значит, розыгрыш я планирую провести в следующую пятницу. По-моему, это будет 27 число. Если нет, то я напишу дату, когда будет розыгрыш на экране. Также вся информация будет в инфобоксе. И, друзья, я точно уверена, что одному из вас в следующую пятницу повезет. Я, конечно же, постараюсь отправить посылку до Нового года, но не обещаю, поскольку у нас, начиная с сегодняшнего дня, многие предприятия и магазины отправляются в отпуск, все закрывается, никто не работает, и это будет длиться аж практически до Нового года, поэтому я буду надеяться, что почта в число этих счастливчиков ко мне входит, и все-таки почту, посылки будут принимать, и я смогу отправить подарок до Нового года. Вот. Так что да, если вы хотите получить подарочек от меня, то обязательно заглядывайте в комментарии, заглядывайте в инфобокс, там будут условия, и пишите мне комментарии, участвуйте, мне будет очень приятно. Вот. Теперь же давайте, друзья, перейдем к моим процессам, и затем я покажу вам подарок, который я получила от Леси. Это просто восторг. Леся меня так побаловала, что мне просто не терпится вам обо всем этом рассказать. Итак, давайте начнем с процессов. Так, где моя корзинка? Значит, как вы знаете, вчера я начала вязать носок. Сегодня, к сожалению, у нас обед, поэтому носок и не там. Вот, на таком этапе. И это носок для мужа, да, он огромен. И я практически уверена, что пряжи мне не хватит до конца, поэтому, наверное, сегодня я схожу докуплю еще один моточек пряжи, пока наш магазин работает, для того, чтобы до Нового года закончить эти носочки. В принципе, зная, да, что я могу связать пол носка за вечер, я уверена, что сегодня я вечером присяду и закончу его. Вот, поэтому, да, буду вязать, надеюсь на то, что к Рождеству мой муж получит носки. Вот. В носках больше говорить не будем. Давайте перейдем ко второму неудачному проекту. Это твидовый джемпер. Он и ныне там, то есть это просто рукав, который я даже не постирала. Вот, и да, я буду вязать по кругу, я для себя это решила уже. Мне кажется, что твид не косит. Если вам кажется, что он косит, напишите мне об этом в комментариях, я почитаю, потому что я уверена, что до понедельника я за них не возьмусь. Поскольку помните, да, что на выходных у меня в плане носки. Вот, джемпер из твида будет вязаться, скорее всего, уже на следующей неделе. И да, как вы думаете, вязать по кругу или все-таки поворотными рядами? Я уже просто не знаю. Вся проблема именно в том, что я вчера посмотрела видео Кати, второе видео из серии «Три влога до Нового года», и она там говорила, что она любит вязать из твида именно шивные изделия, поскольку они так более стабильные и все такое. И я так думаю, может быть, и мне надо вязать поворотными рядами. Но дело в том, что у меня нет вот этих, знаете, таких спиц для поворотного вязания, которые прямые. У меня только все спицы на леске. А мне кажется, на леске вязать поворотными рядами не очень удобно.
В общем, у меня тут дилемма. Сначала я не знала вязать что, теперь не знаю вязать как. В общем, да, я твидовый неудачник, наверное. Но у меня есть второй процесс из твида, который я сейчас вам покажу, и он более удачный. Так. Давайте, наверное, я возьму вот так, потому что у меня здесь такая корзина. Сейчас я вам покажу. У меня вот такая вот корзинка огромная. И здесь стоит бобина. Я специально ложу его в корзинку для того, чтобы мой ребенок мог драть корзину, но не бобину. Вот, значит, там же я храню кардиган. Сейчас вам покажу. Провязала, на самом деле, я совсем немножко. Вот так. Давайте, наверное, я примерю. Примерю. Примерка. Вот. Вот так вот у меня получается. Да, провязала я совсем чуть-чуть, но мне кажется, что это уже лучше, чем вообще ничего. Вяжу я на спицах номер 6, и да, у меня спицы с разной леской, поскольку я их уже соединила, знаете, при помощи специального переходничка. Мне была леска закороткая, а я постоянно примеряю, и мне важно, чтобы мне было удобно это делать. Вот, а на одной леске это было делать уже неудобно. Кардиган получается большой, и вот знаете, наверное, я это сниму. Наверное, выгляжу как-то глупо. Вот, значит, единственная трудность, с которой я сталкиваюсь вот при вязании с твида, это то, что плотность в образце и плотность полотна до стирки, она разная. И ты вяжешь, и тебе иногда кажется, что ты вяжешь нечто огромное. Вот, какой-то, не знаю, чехол на танк. Вот, но я уверена, что после ВТО это все немножко поменяется. Тем более я знаю, что многие писали, и Катя в своих видео говорила, что твид, особенно двойной, он очень растягивается в ширину, садится в высоту. Не знаю. Вяжу, и понимаете, мне страшно. Вот. Так что да. Наверное, я когда свяжу этот кардиган, и если он получится удачным, я сделаю видео, в котором расскажу вам о том, как я его вязала, в общем, поделюсь какой-то информацией общей, поскольку я знаю, что кто-то из вас просил, чтобы я сделала мастер-класс по вязанию кардигана. Единственное, что я не уверена в том, что я смогу снять какой-то мастер-класс. Вся проблема в том, что я вяжу, и я не знаю, что у меня в результате получится, поэтому я не вижу смысла, знаете, это все снимать на камеру, поскольку если вдруг результат мне не понравится, я вынуждена буду это распустить, перевязать. И, скорее всего, все мои труды по съемке видео пойдут на смарку. Вот. К слову, друзья, я нашла в профиле Светланы Коломиц в ее инстаграм фотографию кардигана, вот как раз такого, который я себе напридумывала в голове, да, как ни странно, его уже связали. Вот, это кардиган, я вставлю здесь фотографию, чтобы вы понимали, у нее нет на него никакого мастер-класса, она написала и говорила, что вязала его по принципу кардигана Джуно, который есть у нее на канале. Поэтому я даже после того, как увидела, да, этот пост ее и информацию, я подумала, что, возможно, если я поделюсь с вами этой информацией и скажу, что я вяжу кардиган, который внешне будет выглядеть так же, я не уверена, что мои расчеты и расчеты, которые Светлана дает в своем мастер-классе, они как-то дублируются, поскольку я рассчитывала по своим каким-то технологиям, я не делаю никаких углублений сзади, да, у нее, я знаю, она любит вывязывать росток по спинке, делать небольшое углубление, я этого обычно никогда не делаю. Вот, и я как-то по-другому рассчитываю реглан, не так, как она, поэтому не знаю. Но внешний кардиган выглядит хорошо, и если вы хотите подробный мастер-класс, то ссылочку на это видео и на ее пост в инстаграм я также оставлю внизу под этим видео в инфобоксе. Вот, так что да, кардиган у меня вяжется, я этому безумно рада. Кстати, вязать двойной твид безумно приятно, вот прям просто, это удовольствие. В отличие от одинарного твида. Это испытание, по крайней мере, для меня и для моей нервной системы. Да, в общем, друзья, я думаю, что с моими процессами мы на сегодня закончим. Единственное, я бы хотела, наверное, подвести итоги этой недели и сказать, что, в принципе, ее итогами я довольна. Несмотря на то, что неделя для меня, еще раз повторюсь, была довольно-таки сложной, и множество домашних дел не позволяли мне вязать столько, сколько мне хотелось бы это делать, но тем не менее результатом, который у меня получился по итогам этой вязальной недели, я в принципе довольна. Я думаю, что все эти праздники, какая-то суматоха, подарки, то, в общем, какие-то обязанности, они естественно накладывают тот или иной отпечаток, поэтому грех жаловаться, это всего лишь жизнь, и всякое здесь бывает, поэтому да.
Надеюсь, следующая неделя у меня будет посвободнее, и мне удастся вязать больше. Вот. Единственное, друзья, я не обещаю, что на следующей неделе мне удастся записать вязальный влог. Возможно, это будет такое небольшое итоговое видео, в котором я просто расскажу вам о том, что же я вязала. Поскольку у моего мужа начинаются каникулы на работе, и мы будем проводить все время дома с семьей. И я думаю, что мне не очень захочется, знаете, забирать это время, да, которое я могла бы провести с семьей и тратить его на съемку видео. Вот. В общем, друзья, прежде чем закончить этот влог, я хотела бы поделиться тем потрясающим подарком, который я получила от Олеси. На самом деле, я настолько была тронута тем, насколько продумана была оформлена эта посылка, насколько до мелочей был проработан сам подарок, что я была растрогана до глубины души. Особенно меня тронули слова, которые Леся написала мне в открытке. Я думаю, в те тяжелые дни, когда я буду чувствовать себя не очень хорошо, скажем так, я буду перечитывать ее слова, и они будут меня согревать. В общем, наверное, прежде чем перейти показывать вам все эти моточки, я хотела бы сказать Лесе огромное спасибо, поскольку она с подарком попала, вы знаете, в самую точку. Она порадовала, к слову, не только меня, но и остальных членов моей семьи, и мой муж, и моя дочь. Они тоже остались безумно довольны теми подарками, которые ты нам положила. Это очень-очень приятно, и я безумно благодарна, да, Вселенной тому, что YouTube подарил мне такого друга, как ты. Лесь, спасибо тебе большое, я очень это ценю, правда. Итак, давайте теперь перейдем к подарку, и я покажу, что же Леся мне вложила. Обещаю надолго не затягивать, быстренько по всему пробегусь. И давайте начнем, наверное, с пряжи. Я покажу вам сначала два вот таких вот моточка. Это ланагросса, и, к слову, ланагросса в Норвегии не продается, и у меня нет возможности ее попробовать. Поэтому я безумно благодарна Лесе за эту возможность. Я обычно только смотрю, как девушки, да, используют эту пряжу, что-то из нее вяжут. Сама на нее только всегда так засматривалась. И, к слову, вся пряжа, которую она мне подарила, она вся с потрясающим составом. Она, не знаю, она великолепна. Значит, вот эта вот первая пряжа, это 10% полиамида, 20% мохера, 20% альпаки и 50% шерсти. А несмотря на то, что здесь есть и полиамид, и альпака с шерстью, и мохер, пряжа довольно-таки мягкая. Это такая цепочка, очень воздушная, ее рекомендуют вязать на спицах номер 7, номер 8. Я даже не знаю, что из этого получится. В принципе, из этого может получиться шапка, я так думаю. Но я, наверное, буду вязать что-нибудь для лиф, возможно, теплый зимний шлем. Вот, поскольку я постоянно оттягиваю этот момент, а шапку связать ребенку нужно. Вот, хотя я уверена, что здесь бы хватило на шапочку и для меня. Вот, значит, это первый подарочек. Второй подарочек – это еще более классная пряжа. Я сейчас вам ее покажу, не знаю, насколько это будет видно. Это невероятно нежная, невероятно мягкая пряжа, тоже ланагросса, тоже 50-граммовые моточки, ниточка довольно толстая, здесь на 50 грамм 80 метров, и это 85% шерсти и 15% кашемира. Я думаю, именно кашемир дает такую мягкость, не знаю, она потрясающая. Очень красивый такой коричневый цвет. Не знаю, что я буду из нее вязать. Я очень надеялась, что хватит на какое-то небольшое плечевое изделие для лиф, но не уверена, конечно, в этом. Возможно, получится какая-то футболочка на наше холодное северное лето. Вот. Но мне однозначно хочется порадовать именно ребенка такими вот потрясающими составами. Вот. Значит, это то, что касалось пряжи. И да, я не сказала, такой пряжи у меня 4 моточка. Вот. Также Леся мне подарила мыло. Это мыло ручной работы от Маши Шпаковой. И я знаю, что все девушки, которые стирают твид, да, вяжут что-то из твида, очень рекомендовали это мыло, поэтому я обязательно его попробую, когда буду стирать кардиган, и расскажу вам свое впечатление о нем. Еще раз Лесе огромное спасибо, поскольку у меня нет возможности даже заказать это мыло. Смотрела видео Маши, она говорила, что из Канады, по-моему, она сейчас не отправляет, только, по-моему, из Воронежа. А посылка из России, наверное, ко мне будет идти очень-очень долго. Вот. Также Леся мне подарила маркеры. Маркеры-висюльки. Я, честно говоря, не очень понимаю, как ими пользоваться. Они такие длинные. Вот. Леся, может быть, ты мне напишешь? Ой.
общем, это два вот таких маркера. Я так думаю, что их два. Хотя вот эти вот маленькие колечки, они бы мне понравились гораздо больше. Вот, мне кажется, что они у меня будут путаться безбожно, но я попробую. Я обещаю, что я попробую маркеры. Хотя я, как ты правильно заметила, небольшой фанат висюлек. Но я попробую провести эксперимент. И, наверное, тот подарок, который я ожидала больше всего, поскольку я помню, что ты говорила, что ты пришлёшь мне образец из пряжи Зенни Баруфа Кент. И Леся вложила мне два образца. Один образец связан на спицах 2,5, один на четверке. И для себя я поняла, что я однозначно хочу попробовать эту пряжу. Это 100% меринос, насколько мне помнится это. И полотне на спицах номер 4 в две нити он мне нравится однозначно намного больше, чем на спицах 2,5. Хотя бы исходя из того, что связать джемпер на четверке намного реалистичнее, чем на 2,5, по крайней мере для меня. Вот, поэтому отдельная благодарность Лесе за эти потрясающие образцы. Они оказались для меня очень ценными, поскольку, знаете, вот когда ты просто видишь пряжу, да, когда кто-то там трясет ею в кадре, показывает, что он там что-то из нее связал, это одно, а когда ты можешь взять образец в руки, прочувствовать, как ведет себя полотно, как оно тянется, не тянется, как оно выглядит, это совсем другое, и так намного, наверное, приятнее, намного удобнее, да, понимать, хочешь ты это купить или нет, хочешь ты из этого вязать или нет. Поэтому, знаете, вот я очень люблю наши магазины норвежские пряжи, поскольку там рядом с каждым артикулом, да, который продается, висит образец, который ты можешь потрогать, пожамкать, порастягивать, посмотреть, как выглядит пряжа, как она себя ведет, и понять, хочешь ли ты что-то из нее вязать. Вот, поэтому за образцы отдельное спасибо. Однозначно буду пробовать Кент и обязательно воспользуюсь Лесей твоей наводкой на этот болгарский магазин бобинной пряжи. Так что да, друзья, вот такая у меня была неделя. Приятные подарки, много хлопот. На этом, наверное, я буду заканчивать этот влог. Как всегда, буду рада увидеться с вами в комментариях, там с вами поболтать. Если у вас будет время, обязательно пишите мне в комментариях, как проходит ваша неделя, как проходит ваша подготовка к праздникам, Новому году. Готовите ли вы подарки, имею в виду вязальные, своими руками для родных и близких. Над чем вы сейчас работаете, что вы сейчас вяжете. Как всегда, буду рада с вами там увидеться и поболтать. Я же, друзья, с вами не прощаюсь. Мы увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. До новых встреч и пока-пока!